«Единая Россия» и председатель ЦИК Элла Панфилова нас всех обманывает. Да, друзья, чтобы это проверить, достаточно лишь сопоставить цифры количества подписчиков на Ютубе той или иной политической партии. Логично, что если вы поддерживаете ту или иную политическую партию, вы, собственно говоря, оформите, и у вас есть интернет, вы оформляете подписку на понравившуюся политическую партию на Ютубе. И я выяснил, какая политическая партия круче всех в России, у кого больше всех подписчиков, ну и кто должен был бы победить, если бы не многочисленные махинации на выборах. Кстати говоря, о подписчиков. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и ставьте лайк. Ну, а теперь рассмотрим сам документ, который у меня хранится в Пейнте. Итак, 11 место «Патриоты России» 480 голосов. 10 место «Партия Родина» 881. 9 место «Партия Роста» 2418 подписчиков. 8 место как раз таки «Единая Россия». Обратите внимание, далеко не первое и даже не четвертое, а лишь 8 место по популярности в России. Это политическое объединение 3350 подписчиков на YouTube. 7 место «Справедливая Россия» 3775. подписчиков. 6 место «Яблоко» 4846 подписчиков. 5 место РПР «Парнас», то есть партия Касьянова, республиканская партия народной свободы, 4857 подписчиков. Но а красной чертой выделены те партии, которые бы прошли 10-тысячный барьер, если бы он был. Кстати, об этом настаивал Владимир Вольфович Жириновский, но его, как всегда, не услышали ядроебы. Ну, так вот, кто прошел бы в Думу при объективном подсчете голосов? 4 место «Коммунистическая партия Российской Федерации» 21104 подписчика. 3 место «Партия Великое Отечество» 22114 подписчиков. 2 место «ЛДПР» 24824 подписчика. Ну и первое место, партия, которая бы смогла организовать конституционное большинство в парламенте и наконец-таки избавиться от этого коррупционера Медведева и прочие шайки-лейки в правительстве Российской Федерации, партия «Воля» и лично Светлана Пиунова 34672 подписчика, и она бы победила бы на выборах, если бы на нее не завели уголовное дело. Вот такие вот обстоятельства. Да, есть еще другие политические партии, но все они ниже 11 места, и публиковать их я не вижу в этом никакого смысла. Вот так вот, друзья, нас наебывают. Пока.